OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сражение за Авдіївку стало одним из самых затратных для российской армии со времен Второй мировой войны. Об этом сообщило издание New York Times. За почти три недели боев оккупационные войска РФ не смогли осуществить быстрый прорыв, на который рассчитывали. Артиллерия вооруженных сил Украины уничтожает колонны бронетехники и пехоту еще на подступах к Авдіївці в очень больших масштабах. На сегодняшний день оккупанты потеряли там несколько тысяч военных и более сотни единиц бронетехники. Потери больше, чем те, которые понесла российская оккупационная армия в боях под Угледаром в марте 2023 года. Попытка оккупировать украинский город стала самой дорогой и самой кровавой для Путлера в полномасштабной войне против Украины. Сегодня все заголовки в российских медиа, я вижу коллег, конкурентов, в том числе на Ютубе, все выходят с заголовками, которые либо прямо говорят о том, что Авдіївка — это новый Бахмут, либо обсуждают, делают такое предположение о том, что ситуация в Авдіївці — это полная копия того, что происходило в Бахмуте. Я разговаривал в том числе с Майклом Наки, с которым ты регулярно делаешь сводки, и он мне как раз говорит, что неправильное сравнение. Хочу тебя услышать, насколько корректно сравнивать эти две ситуации. Что общего в них, кроме того, что какие-то безумные, не укладывающиеся в голове потери со стороны российской армии и мясные штурмы? Что еще объединяет эти истории? И в чем главное отличие? Почему нельзя или можно проводить параллели между этими историями? Ну, самое, пожалуй, принципиальное отличие — то, что Авдіївку пытаются захватить уже 9 лет, и поэтому там есть уже полным-полно за 9 лет укрепленных позиций, минных полей, и поэтому даже до начала полномасштабного вторжения порой возникали видеозаписи, где какие-нибудь российские танки пытаются пересечь так называемую Авдіївську промку и подрываются на минах. Такая типичная картина. Либо по ним прилетают какие-нибудь джавелины, по ним бьют. То есть, в принципе, там тренировочные позиции, понимание, где, как, какие позиции занимать, как воевать, все это есть. В отличие от Бахмута, который стал таким условно новым форпостом, вот, и с большим трудом был захвачен российскими силами. Плюс, когда шли в атаку на Бахмут, очень часто говорят, что типа якобы эта группировка Вагнера захватила Бахмут, и что типа вот они такие там суперкрутые, всего умеют. Но я каждый раз стараюсь подчеркнуть, что это неправда, потому что мы помним, как группировка Вагнера начала воевать на линии фронта после полномасштабного вторжения. Начала с Попасной, и дальше она очень-очень медленно продвигалась от Попасной до Бахмута. Там продвижения были каждый раз микроскопические, что я в сводках в прошлом году много раз подчеркивал, что, допустим, за там, месяц или два продвинулись условно на 500 метров, что вообще ни о чем, и при этом потеряли огромное количество сил. И ситуация изменилась при одном ключевом моменте. Когда были битвы за Сольдар, туда прибыли батальоны десантников, которые и помогли резко ситуацию изменить, и темп он резко вырос. Именно это было ключевое отличие. Сейчас этих десантников нету. Конечно, есть сами десантные подразделения, но уже нет этих профессиональных солдат, которые могли бы более эффективно воевать. Даже подразделения ВДВ сейчас сформированы во многом случае из-за как раз мобилизованных, которые не обучены таким вот образом, не отобраны соответствующим образом, вот, и нет у них такой мотивации. Поэтому это такие ключевые различия между этими двумя городами. Плюс у Авдіївки есть своя условная Азовсталь, как это было в Мариуполе. Конкретно это комбинат Авдіївський Коксахім, который, ну, очень крупный такой объект, у которого есть тоже свои подземные сооружения, в которые, скорее всего, сейчас российские войска упрутся. И как это было и с Мариуполем, будут очень долго пытаться его взять под свой контроль, и, скорее всего, очень долго у них ничего получаться не будет. А в Бахмуте тоже такого не было. Соответственно, это тоже вот еще одно такое принципиальное отличие, которое будет мешать российским силам захватить Авдіївку. Поэтому пока что я не вижу там огромной какой-то опасности для того, что типа Авдіївка там вот-вот будет захвачена. Скорее всего, эта битва очень длительного промежутка времени. Если, конечно, не будет принято политическое решение, почему там внезапно ее оставить для сохранения сил. Я сейчас говорил про чувака Вагнера, про то, что, кажется, воскресили и, кажется, присоединили к Росгвардии. Скажи, пожалуйста, что вы наблюдаете, фиксируете ли набор, ожидаете ли их на полях сражения, и можно ли действительно говорить о том, что чувака Вагнера воссоздают вновь? Ну,
нужно понимать, что после убийства Пригожина и Дмитрия Уткина сама структура группировки Вагнера, она раскололась на множество таких отдельных кусков, которые часто выступают с противоречащими другим, скажем так, осколкам, заявлениями. То есть кто-то, например, вспомните Трошева, позывным Седой, который был на встрече с Путиным, с Евкуровым, где Путин говорил ему, что типа вот у вас есть опыт руководства добровольческими подразделениями, и я вот поручаю вам заняться темой добровольцев при Минобороны России. Трошев назывался как один из таких вот руководителей одного из этих осколков группировки Вагнера, что якобы под его крыло переходят те, кто готов работать под уже знаменами Минобороны России. Не как какая-то условно квазичастная структура, а именно, как, условно, по сути, полноценные российские контрактники. Потом эта тема как-то затихла, хотя одновременно с этим выступлением были комментарии условно других осколков группировки Вагнера и всяких провагнерских телеграм-каналов, которые говорили, что типа нет, Трошев, он же Седой, это просто предатель, никто, никакие вагнеровцы переходить под знамена Минобороны России не будут, а если вам говорят такое, то это просто врут. Было потом чуть позже и вот эти вот слухи, которые теперь снова с новой волной возникли про сына Пригожина, что якобы он возьмет на себя руководство структурой. И последние дни были слухи про то, что якобы эти вагнеровцы перетекают в состав подразделения «Ахмат», причем лично Кадыров выступал с этим заявлением, говорил, что типа уже 170 бойцов в группировке Вагнера уже поступили на службу к нам. При этом, правда, он не конкретизировал, какой конкретно «Ахмат», потому что «Ахматов» существует довольно-таки много. Есть «Ахмат», который прям кадыровцы, они формально Росгвардия как раз-таки. Есть «Ахмат», который при Минобороны России, который формируется на базе Российского университета спецназа в Чечне, но там в основном люди со всех регионов России. То есть тоже было эти моменты непонятны. В целом, из-за того, что вот есть эти куча осколков, для нас сейчас главный вывод о том, что единой структуры такой квазичастной группировки ее по-прежнему не существует, она не возродилась. Поэтому, конечно, могут быть в тех или иных ведомствах, при Минобороны России, при Росгвардии, где-либо еще, появляться отдельные люди, которые когда-то воевали в рядах группировки Вагнера и носят по-прежнему на себе шевроны группировки Вагнера и говорят, что якобы вот они вагнеровцы, влившиеся в тот или иной состав. Но по факту это не будет какой-то отдельной структуры. Это уже, в принципе, понятно, потому что и те люди, которые и те варианты сотрудничества через Росгвардию, и тот вариант сотрудничества через Минобороны России, через Трошева, оба варианта подразумевали, что это уже не будет самостоятельное формирование. То это будет под командованием либо Росгвардии, либо Минобороны России. Соответственно, они никакой роли уже, в принципе, играть не будут. Их уже не будет требоваться выделять как какую-то отдельную такую структуру. Это будут ровно те же, по сути, российские контрактники, мобилизованные, кто угодно еще. Как мы часто говорим на летучках своих, что любые три бомжа в окопе могут называться новой частной военной компанией, но это не сделает их новой там, частной военной компанией, потому что они не будут какой-то такой, не будут иметь своей независимости, обособленности действий на конкретном участке линии фронта. И с этими основными осколками группировки Вагнера тоже явно такого. Сахал расширяет наземное присутствие в секторе Газа, вводит дополнительные войска в анклав, заявил представитель израильской армии. При этом начало полноценной наземной операции Тель-Авив отрицает. Сообщается, что бойцам ЦАХАЛ удалось продвинуться примерно на 3 километра на севере анклава. На фоне обострения ВВС Израиля значительно активнее обстреливают сектор Газа. ЦАХАЛ отчитался о поражении 600 целей в анклаве за прошедшие сутки. Израиль ведет беспрецедентные бомбардировки суши, моря и воздуха. В анклаве настоящий ад –